это был? Так, знакомый. В каком смысле знакомый? Ну как? Знакомый. По работе? Нет. У тебя с ним что-то было? Ты что начинаешь? Ну, если не по работе, то значит как-то так, так же? Как так? Ты с ним спала? О, это что за вопрос? Я же не задаю тебе таких вопросов. Пожалуйста, задавай. Я тебе отвечу, мне от тебя скрывать нечего. Только мы сейчас про тебя говорим. Что ты меня мучаешь? Когда это было? Что было? Ну, что было? Что было? Что было? 2 года назад. И сколько продолжалось? Так, нисколько. 2-3 раза. Можно ехать? Сейчас поедем. А что закончилось-то? Ну так закончилось. Там ничего особо не начиналось. Класс. Ты несколько раз трахалась с мужиком, с которым у тебя даже ничего не начиналось. Да. Никогда так у тебя не было? Ну, ты права, было. Ну, это он. Уже звонит. Это мама. Да, мам, привет. Все хорошо. Послушай, не могу сейчас разговаривать, я тебе перезвоню, ладно? Быстро ты с ним. Ну, я надеюсь, он все понял и перезвонит в удобное время. Это мама, на, посмотри. Да не, не надо, зачем? Послушай, тебе что, скучно, что у нас все хорошо? Ладно, последний вопрос. У тебя... ёкнуло? Нет. Что значит нет? Вот он вот так вот мимо прошел, а тебе все равно. Да, мне все равно. Потому что ты сейчас рядом со мной. А он меня и тогда особо не волновал. А сейчас тем более. Ты чего хочешь? Да ничего. Просто я себе представил, что я когда-нибудь через пару лет пройду мимо тебя, а у тебя даже не ёкнет. Так скажешь, один знакомый, с которым у меня когда-то что-то было. Про тебя так не скажу. Последний вопрос был. Можем ехать? Нет, я не понимаю.